Итак, у нас есть новая медная пластина, которую надо немножко отполировать, чтобы электричество проводилось правильно. Правильно. Так, мы ее сейчас отполируем. Кто нас будет писать? Ярик, кто нас будет писать? Так, давай, мы добавим немножко чернил в нашу ручку. На всякий случай. Иначе опыт не получится. Так, и помните, надо не касаться ни жидкости, ни пластинки. Она ядовитая жидкость. А вот пластинка просто может не получиться опыт. Да, получилось. Вот у нас получилась вот такая вот надпись. Все с помощью электрической ручки и фантазии. Никелевая. И вот эта пластиковая коробочка. Да, мы коробочка. Можем через них пропустить электричество и налить электролит, в котором у нас и будет протекать электрохимическая реакция. Итак, мы запустили реакцию. Вот, у нас уже покрылась пузырьками никелевая пластина, у нас покрылась пузырьками медная пластина. А почему? 40 мА мы получаем стабильно. Пузырьки у нас потихонечку пузырятся. Это означает, что у нас идет реакция. Вот у нас 4 ампера и 8 миллиампер. Не ампера, а миллиампера. У нас с тобой 40 мА. Видишь, прям. Закончился с вами, в общем-то, эксперимент. Мы можем достать наши пластинки, посмотреть, что произошло. Сейчас по часам ровно. Вот видно, что пластинка была медная, блестящая, она очень сильно потемнела. Теперь нам надо смыть нашу жидкость и наш фломастер. Посмотреть, что произошло. Вот что у нас получилось на надписи. Это я. Мое имя. Крайне меня так называют.